высший пилотаж. Смотрите. Карта до Инферно. Прыжок с ковров с борта на карниз на 7. Облажался. Оп, видели? Так вот в чем секрет. Секрет в том, чтобы долго разгоняясь, как можно дольше не нажимать прыжок. И только когда ты бежишь вот уже вот здесь, вот здесь, вот здесь, оп, прыгнуть. И очень просто залетаешь. Вот. Равняешь. Очень просто. Так, чтобы когда ты нажимаешь кнопку бежать прямо, то есть прицел ставишь чуть левее от самого карниза, то есть в стенку сюда, для того, чтобы просто не упасть, когда зажимаешь кнопку прямо. И уже потом, оп, прыжок и залетаешь. Так, еще вообще что-нибудь покажу. Идемте, идем, идем со мной сюда, сюда, за мной, все за мной, за мной. Так, на банане. В дерево можно запрыгнуть. Тоже такой трик. Я точно не помню, но, по-моему, это делается... Оп! Как-то не так. Оп! Почти. Оп! Опять не то. Да что ж это такое? Как же это делаем? Сейчас, я помню смысл. Перелетел. Помню смысл, но на практике не помню. Смысл в том, ребята, чтобы... Я показал, как это все-таки делается. Может, я и не умею? Так, ну сейчас что-нибудь постараюсь собраться. Смысл в том, чтобы залетать в вот в эту зону, в правую от дерева зону, и потом резко так оп, налево присесть. Вот так вот как-то я делал, но вот уже, видите, забыл, как это делается, видимо, на практике. Да что ж такое-то. Я упираюсь в само дерево. Оп! Вот я и на дереве. Как и рассказывал. С трудом, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так, и теперь пойдем на карту The Nuke. Самую мою любимую карту, обожаю Nuke. Nuke. Покажу самый простой прыжок на скалу. Снизу и сверху. The Nuke VE. Volcano Edition. Ну, думаю, там не отличается этот момент. Идемте все за мной, я покажу вам, идем все за мной, все бежим за мной. Оп, смотрите, старый проход. Такого вы не видели. Может, и видели. Итак, как сюда залетать? Снизу. Бежишь и не запрыгиваешь. А можешь бежать и не запрыгивать также. Сверху. Сверху очень просто. Берешь разгон и когда долетаешь до трубы, нажимаешь резко присесть, цепляешься таким образом за трубу. И сюда уже оп-оп залазишь тут снайперу раз. А снизу? Снизу тяжелее. Снизу я точно умею. Оп! Таким образом ты не тратишь времени, чтобы залететь на... Вот бежишь по респауну такой. О, давайте, давайте быстренько по улице что-нибудь сделаем. Твои бегут по улице, а ты быстренько сюда. Раз. И не залетел. Да что ж такое-то, а? Раз. И опять не залетел. И ты такой бежишь, такой, давай по улице. Раз. И залетел. Нажимаешь присесть вовремя. Цепляешься за вот этот вот труп. И отсюда вылетаешь. Сюда еще можно, кстати, чтобы быстрее и безопаснее спрыгивать без прыжка, а вот просто вот так вот сойтись. И получается траектория падения как раз на вот эту крышу.
не вниз, а на крышу. Вот, собственно говоря, несколько таких прыжков. Конечно, в Counter-Strike GO их больше. Сейчас в голову ничего такого не приходит, поэтому, ребята, давайте. Всем счастливо.